просто вот взял, сделал и чина. Ой, как хорошо, сидит. Я не могу, это просто пи***ц. Извините меня, на сука, вы ебнутые, просто кон***. Вы видите, что? Я в раю? Привет, мой сладенький, я тебя приветствую на очередной прокачке на 50 тысяч UC у себя на YouTube-канале. Но перед началом ролика я тебе вынужден сказать то, что каждые 2 недели у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш этой же самой прокачки, и ты попадаешь в мой ролик. Это все логично, то есть мы выбираем победителя в моем телеграм-канале, и он попадает ко мне на YouTube. Поэтому, родненький, это происходит каждые 2 недели. Если ты не в моем телеграм-канале, то ты многое чего пропускаешь. Говорю тебе честно, он прям вот, ну ё-моё, почему ты еще не там? Я даже не знаю, поэтому, родненький, ссылочка снизу оставил. Вот здесь вот подсказочка, как принять участие для чайников. Поэтому все, долго не томлю, лайк прожал. Тоже подписись, пожалуйста, потому что мы идем к ляму, к миллиарду подписчиков. Поэтому, родники, все, обнял, приподнял, а мы к видосу. Ну что же, мы уже на аккаунте подписчика. На нашем счету уже имеется 50 тысяч. Я считаю, что это самое прекрасное, самое вкусное, что вообще может быть. Сегодня мы без секретика, потому что он где-то потерялся. Ну и вообще забыл его вообще позвать, потому что я спешу, мне нужно соло повысить, кому записать эту прокачку, но вообще не важно. Я думаю, прокачка будет на уровне, и прокачка будет невероятно классно, поэтому усаживайся поудобнее, сладенький. Ну, а мы, естественно, переходим куда? Правильно, переходим вот сюда вот, в подарочки, и забираем наши любимые наградки. Так, я сходу ставлю ставочку, что вот с этого кейсика нам, нам должно упасть не меньше 3000 UC. Я на это очень сильно рассчитывал, потому что чем больше UC-шек, тем как бы лучше. Вот, сегодня у нас попался подписчик более рациональненький. Он сказал то, что ему нужно, то, что ему не нужно, но самое главное то, что ему сегодня у нас в игру взяли и завезли новую рулеточку, там где есть у нас калашик очень классный, калашик очень красивенький, вот это вот The Lovers Blizzing или Blizzing, неважно особо, но сам факт того, что вы просто гляньте на эту шикарненькую, эту красивенькую рулеточку, вы просто посмотрите, тут еще музончик такой классный. Я в раю, что за звуки? Окей, хорошо, очень прикольно. Так, все, поехали, сходу поехали, проверим то, что у него здесь, что ему сейчас, в принципе, отсюда выпадет. Поехали, давай, я хочу 6000 UC, давай. 2400, я понял, плохо, но не самый худший вариант, что вообще может быть. По итогу у нас имеется 53 тысячи UC-шек, и я считаю, это очень хорошо. Так, хорошо, поехали, что он вообще у меня заказал? Первым же делом, идем сюда и проверяем, есть ли у него РП-шечка. Нет у него РП-шечки, поэтому берем и покупаем ему, я думаю, стандартный, потому что только РП-шка вышла, ему нафиг этот элит-пас не нужен. Вот, поэтому берем, покупаем ему элит-пас за 600 с чем-то UC-шечках, и он как бы берет и получает свои заслуженные как бы наградки, которые он как бы и так заслужил. Все, РПшка у него уже есть уже эмоции, есть уже хоть что-то, уже хоть чего-то можно уже начинать. Так, хорошо, РПшку мы ему, значит, прикупили. Я считаю, это отлично, я считаю, это классно. Что ему вообще здесь хочу купить? Первым же делом внешечку. Он ее не просил, но я ему куплю, потому что внешка это база. Главное, обидно, что нету хвостиков, это очень обидно. Ну ладно, пошли тогда в миф-кузницу. Он здесь хотел выбить себе акулку. Он хотел себе выбить вот эту вот акулку. Вот эту вот, да, черная акула. Хотел этот сет, да, костюм, черная акула, шлем-ледник и красную машинку. Это самое важное. Потом остальное все на материалы и вот эта вот вся движушка. Шлем-ледничочек у нас тут-то есть. Да, у нас тут-то есть. В сумме нам нужно еще, грубо говоря, 12 таких вот самоцветиков. Поэтому сходу поехали. Я думаю, что нам тут задерживать, что нам тут сидеть. Поэтому погнали. Ну, хотя бы вот так вот, чтобы я не был такой, блин. Так, хорошо. Мы, как видим, нам отсюда особо что-то ничего не сыпет. Давайте с пропуском попробуем. О, самоцветик, хорошо, но обидно, что нам как бы не падает отсюда ни легендарочки, ничего такого нам не падает. Это, если честно, то обидно. Окей, хорошо, поехали. Поехали сходу. Я очень сильно хочу, чтобы ему отсюда насыпало очень сильно, потому что, правда, подписчик абсолютно недонатный. Абсолютно, просто вообще недонатный. Абсолютно недонатный. Я не понимаю, почему он не донатит в эту игру. Вы правильно делаете, нахуй сюда донатить вообще. Вот лучше брать и выигрывать в прокачке аккаунта. Кстати, прокачка аккаунта, очередная проход у меня где? Правильно, в телеграм-канале.
о самодетич у нас, как бы, ну, как бы вы и так уже знаете, что еженедельные прокачки проходят у меня. О, два самодетика, вот это очень хорошо, вот это прям классно. Все, у нас еще есть 6, грубо говоря, нам нужно еще 6. И все. О, кстати, погоди. Я не дурачок, сункибаут, я заберу. Все, я уже на это не попадусь, ребята, поэтому, пожалуйста, не бейте. Я больше не попадусь на эту движуху, поэтому... Все, грубо... Что? Это невозможно! Это невозможно! У кого такое было? Ни у кого такого не было! Бля, чё у меня только голова квадратная с этой причём? Вы видите, блядь, что? Как 4 самоцвета! 4 самоцвета! Бля! Сюда, на базу, хорошо! Плюс мифик очередной! Плюс еще и мифик! 4 самоцвета и мифик! Прокачиваем агрозавым! Что? Что творится? Вот видите, да, прокачка без секрета. Вот идеально все идет. Просто идет все охерительно. Вот вам прокачка без секрета. Вот она, понимаете, просто вот взял, сделал и чиназос. Просто сходу все сыпет. Вот теперь понятно, почему мне в последних двух прокачках так себе не очень сыпало. Ну ладно, все. Забираем отсюда, как бы, этот костюмчик шикарненький. Но 4 самоцвета с одного кейса. Вы че? Извините меня. Окей. Ой-ой-ой, погоди. На 12. Ой, дурачок. Ну ладно, мы себе сэкономили очень много, поэтому я надеюсь, сейчас нам по-быстренькому самоцветики выпадут, и все будет nice. Что-то я чуть-чуть туплю. О, так, хорошо, еще один есть. Остался еще один. И идем, покупаем и уходим отсюда. В принципе, самое главное. Погоди. Да, все, самоцветик выпал. Мы могли ему за гаранты, за вот эти вот фрагментики сделать. Но, увы, я, как всегда, делаю ошибочку. Ну, такая маленькая. Я думаю, это будет моя единственная и последняя ошибка в этой прокачке. Хорошо, этим же делом мы уже сделали. Идем сюда и забираем, естественно, вот эту вот движуху. Я надеюсь, то, что с этого всего нам будет сыпать. Но сейчас что мы делаем? Кстати, а что это за костюм нам выпал? Что это такое? О боже, это ужас. Я думал, что-то адекватное упало. Хорошо, теперь нам нужно выбить красненькую тачку. Я буду ее делать первым же делом, потому что, опять же, он сказал, это главное. То есть, сначала кузницу. То есть, Сап мне сказал, как бы, вот так вот. Он мне сказал, сначала ты берешь, выбиваешь кузницу, потом ты идешь, выбиваешь машинку отсюда, и после того, как ты уже выбил тачку, идешь тупо все в материалы кормишь. Ну, я думаю, ну окей, что мне жалко? Мне не жалко. Как бы, подписчика слово закон, поэтому, что мы и делаем, мы делаем это вещи, понимаете? Вот эти вещи мы как бы и делаем. В любом случае, рулетка с каминной вот это вот, поэтому нужно как бы аккуратно. Я надеюсь, что сюда я максимум солю до 30 тысяч UC 100%. Я думаю, что я... Шлемик сюда, хорошо. Но, блин, мне еще ни разу ни на одной прокачке. У меня уже вроде бы уже была одна прокачка, которую я уже делал с этой рулеткой. И еще я открывал у себя, и не только у себя. Короче, кто следит за моими стримами, которые у меня проходят чуть ли не ежедневно, тот как бы знает, что я уже кручу не первый раз. И представьте, ни разу не упала машинка мне отсюда. Ни разу. Только вот... Красочка сыпала, хотел сказать, и она упала сюда. Хорошо, плюс 300 монет зафармили. Это сюда. Очень надо, хорошо. Вот это самое главное. Ну, то есть, самое главное, сейчас просто быть весь во внимании, считать, потому что машинка вроде бы стоит 900, одна. Поэтому, нам, ну, красочку мы обменяем, это уже у нас 300, плюс то, что у нас есть, у нас уже 500. И, грубо говоря, нам бы еще одну красочку, оп, шлемик еще обменялся вот в этом, и легендарочки прям круто делают. Ну, слушайте, спасибо хоть на этом, потому что реально это скаминная рулетка, и чтобы... Хоть что-то бы сыпало, это всегда хорошо. Но, опять же, подписчик не донатный, и как бы, ну, бог рандома должен к нам прийти, хотя бы хоть что-нибудь помочь.
Яблочко, хорошо. Хорошо, яблочко, отлично, отлично. 280. Плюс еще забираем вот это. У нас теперь имеется 650. Грубо говоря, нам нужно еще 250 монет. И мы отсюда уходим. Будет круто, если мы до 40 тысяч это все выплатим. Но, блин, у меня до сих пор из головы не уходит то, что мы с рулетки выбили 4 самоцвета. 4! Вы вдумайтесь! Вы вдумайтесь, нюк! Все, уходим, уходим отсюда, уходим отсюда, уходим. Ой, как хорошо сыпет. Ой-ой-ой. Все, уходим отсюда, обмениваем. И забираем ему красненькую машинку сюда, на базу. Я надеюсь, он про эту красненькую машинку, а не про... А не про ту, которую нужно обменять. Надеюсь. Все, у нас на аккаунте остается еще 40 тысяч, и мы идем в новую. Красивую, сексапильную рулеточку. Я надеюсь, что меня будет слышно сейчас на фоне этого всего более-менее адекватно, по крайней мере. Все, поехали, крутанем парочку десяток. Я надеюсь... какая анимация! Все, поехали. Я думаю, в принципе, будет нормально. Я думаю, не особо это скажется, в принципе, на смотрибельности. Что это, нам падает? Это обменивать, типа. Так, хорошо, поехали дальше. Я так понял, это у нас падает популярити. Это у нас популярность. О, хорошо, эмоция, отлично, 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 отлично. Нам, кстати, а что здесь? А, таинственный ящик, это у нас таинственный ящик. Таинственный ящик открывается каждые 200 раз, если возможно. Слушай, если нам будет падать, то оттуда будет память самая каловая, да? То есть нам лучше обменивать. Слушайте, знаете, что я думаю? Как правильно и грамотно это все сделать? Не, я не могу, на... Не, ну это просто пи***ц. Извините меня, на... Сука, вы ебанутые, на... Просто конченые типы. Чё я вообще думаю? Если по такой логике судить, давайте будем умнее. Если мы заранее купим эти предметы, то нам будет с гаранта сыпать вот это вот все. Это же вроде бы одноразовое, да? Вот мне выпала эмоция какая из этих. А, или оно повторками может сыпать. Емать, да? Ладно. Ладно, я не знаю, но я очень сильно надеюсь, что нам сейчас возьмет и насыпет нормально материалов. Я на это очень сильно надеюсь. Поэтому, дай бог. Хорошо, молик у нас уже один имеется. Это очень хорошо. Поехали дальше. Честно, вот эта вот фоновая музыка, она меня сводит с ума. Почему-то громко. Почему-то громко. Я понимаю, что она там классная, красивая. Может быть, это предвестие какого-то аниме. Но, пожалуйста, Что это? Маска ангел утерянность. Охуеть. Извините меня, но хорошо. Хорошо. Давайте так, давайте просто проверим. До 20 тысяч я тут, и до 20 тысяч я пойду вкрутить другую рулетку. Потому что мало ли как будет отсюда сыпать. Может быть, сейчас отсюда вообще ничего сыпать нормального не будет толково. И мы отсюда просто уйдем и пойдем крутить что-то другое. Но отсюда мы заберем, это уж точно, что я знаю. Это калашик. Потому что без калаша... Мифическая байя! Вот это прям очень хорошо, хорошо. Мы это любим, нам это как бы нужно. Нам это как... Боже, эта музыка... Я вебку поправлял, боже! Извините меня, но это музыка дьявола просто. Это, ну, хорошо, мы видим, что отсюда сыпет очень уверенно и очень хорошо. Хорошо, это фарм мификов, это фарм вот этих вот всех штучек. Я доволен, спасибо. Это у нас популярность. Потом популярность у нас закинулась будет. Все, хорошо, окей, поехали дальше. Я думаю, что это одна из таких, уже выше средних прокачка будет, но нам нужно как бы выбить отсюда побольше материальчиков. Но то, что нам уже как бы отсюда насыпало, это прям реально чиназ. Но я думаю, нам с гарант кейса не особо падать будет то, что мы как бы захотим. Хорошо. У нас есть мечик, и он вроде бы прокачиваемый. Или же это просто а-ля как типа коллаба с кем-то. Стоп, эта рулетка идет как коллаба или нет? Сюда, хорошо, мифический шлемик. Это уважение. Вот это нам нужно. Вот это мифический шлем. Конфеточка, вот это нам как бы надо. Хорошо, поехали дальше. Ой, еще парашютик сюда, хорошо. Не, реально, рулеточка сыпет. Я думаю, 1010 сюда тратить, как бы, ну, и нормально так зафармишь. И главное, что вот этих уже 32, уже три материала, грубо говоря, отсюда. Так, мы приближаемся к кейсику. Интересно, что оттуда выпадет. Я ставлю, что выпадет
шла к нам оттуда. А, кстати, боже, я забыл глянуть, что там в обменнике. Сейчас пойдем еще в обменник зайдем. Ух, вообще. На. Хорошо, поехали, зайдем в обменник. Ага, калаш у нас стоит 400. Ой-ой-ой. А можно, пожалуйста? А, это парная такая движуха, я понял. Ой-ой-ой. Ну, такое, честно. Мне костюмчик не очень нравится. Ну, а перед продолжением видео хочу вам рассказать о своих друзьях из Apex. У них появилось аж 3 возможности крутить и не платить. Сейчас я вам расскажу об одной из них. На сайте появились ежедневные задания и бонусы за подписку. Каждый из вас может залутать до 1500 бонусов на реальный баланс. Просто каждый день выполняйте простейшие задания на сайте и получайте возможности крутить и не платить. Также по моему промокоду ZONHMB вы получите целых 30% бонусов при пополнении. Но количество активации этого промокода ограничено, так что поспеши. Все это и другие плюшки вы найдете в закрепленном комментарии снизу, поэтому переходи, ну и промокодик мы тоже не забудь. Чем-то вот Free Fire сейчас мне напомнил. Ну ладно, самое главное... Нифига себе, вот это прям чиназос. Хорошо, я надеюсь, что мы отсюда ему выбьем материальчиков побольше, самое главное, и этот калашик. Так, хорошо, поехали, откроем гарант, и нам отсюда падает эмоция. Ну, конечно, нам отсюда падает эмоция, и она нам может отсюда падать повторно. Да, поэтому покупать заранее я не вижу смысла, наверное. Вот, потому что она оттуда не исчезает, не пишет, что имеется, нельзя, чтобы она удалилась, поэтому да. Я думаю, сюда до 20 тысяч, да, потому что ему, ну, по крайней мере, до калаша. Я сюда не вижу, чтобы сыпали какие-то материальчики, поэтому... Хороший такой прицельщик. Прям кайфовый. Окей, поехали дальше. Окей. ВСС-ка? Хорошо. ВСС-очка тоже как бы неплохо. Ну, блин, давайте будемся. Кто с ней играет? Вот реально. Кто с ней играет? Калаш! Все, уходим отсюда. Все. Мы отсюда уходим. Я смысла тут больше как бы не вижу. Пулеметик он не прокачиваемый. Золотые костюмы, он сказал, то, что ему в принципе нафиг не надо. Единственное, что я бы тут бы забрал бы, наверное. А это что такое? Это у нас бана. А, лобби? Офигеть, это нужно выбить все, чтобы дали лобби? Ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Мы таким, ребята, не занимаемся. В любом случае, ладно, давайте уже до 20 тысяч уже тут докрутим, может быть. 75, чего? Я надеюсь, это хватит хоть на один материал, мазафоко. Какой смысл? Окей, поехали. Ну, слушайте, по крайней мере, вот этих вот фрагментиков сыпет тут ознатно. Реально сыпет тут очень хорошо. Вот я накаркал, пожалуйста. Теперь вообще ничего не сыпет. Пожалуйста, давай. Ну, такое. Пожалуйста, давай. У нас как бы тут чуть-чуть осталось до 20 тысяч. И, ну. Кстати, сделали рулетку нормальную теперь. И не слишком долгую, и не слишком быструю. Только вот это вот черный экран, я не понимаю, это баги или что это? Так, 22 тысячи. У нас уже, кстати, имеется уже 500 вот этих вот фрагментиков, я думаю. Повторно? Емать! Сколько? Уже 600 их, уже их 600, куда? Мы сейчас даже сможем забрать, ребята. Мы сейчас сможем даже, я думаю, забрать, знаете что? Да, мы можем его, я думаю, забрать. Хорошо, слушайте, но да, блин, ну я думаю, до гаранта или нет, еще просто очень много до гаранта, а нам как бы нужны материалы, алло, нам нужны материалы, я уверен, то, что нам с того кейса выпадет хлам. Хорошо, плюс эмоция, еще одна, да? Смотри, очередная эмоция, которая, естественно, обменяется. Хорошо, понятно. Слушайте, блин, докручивать или нет, сколько мы можем отсюда? Всего лишь... 3 материала. Не, ребята, мы докрутим и заберем ему отсюда золотой костюмчик. Я думаю, это будет выгоднее всего, потому что 3 материала, да кому они всрались? Извините меня, кому они всрались, эти три ненужных материала? Ну кому? Так, давай, пожалуйста, дропни, о боже, ну почему, пожалуйста. Ну этот трек еще меня убивает, у нас по итогу остается 17 тысяч, и я надеюсь, то что нам сейчас гаранта выпадет что-то реально классное, пожалуйста. Рюкзак, отлично, все, классно, хорошо, слава богу, что не хуже, слава богу. Что мы ему выберем, девочку или мальчика?
Вот в этом здесь и вопросик у нас такой, знаете, подстерегающий. Ого, ох, у них тут парно. Ох, ё-о. Ох, у них тут любовь. Ох, ё, ох, епа. Не, ну слушайте, ну... Извините меня, я просто на свое рассуждение беру. Вот это чиназес, вот этот мэнчик, вот это, он, вот это, он реально классный. Вот это он. А, то есть, если мы еще раз ее выбьем, то мы получим эту эмоцию бесплатно. Ну, я думаю, нафиг она ему надо, правильно? У нас как бы 17 тысяч, а материалов-то по итогу зиру. А материалов-то по итогу сколько у нас тут? Сколько у нас тут по материалу? Сколько? 9 штук всего лишь. Ё-моё, ё-моё. Блин, это плохо, это плохо. А, вся надежда падает на эту рулетку. Я очень сильно надеюсь, что сейчас нам отсюда нормально выпадет. Наконец-то я могу сделать вот так вот. А аудио и сделать вот так вот. Все, наконец-то мы можем это сделать. Боже ты мой, ура! Хух! Так, я надеюсь, что нам отсюда повыпадает. Все. Я в прямом смысле этого слова. У нас тут ноль прокрута. Опять же, подписчик вообще не донатит. Хорошо. Начало сходу начали с машинок, с популярности. Но это такое. Нам это не особо нравится. Ну, блин. 15 тысяч UC, а UC-шки-то улетают очень у нас быстро. Вот это мне, конечно, не очень нравится. Понимаете, в чем тут моментик? И я очень сильно хочу, чтобы нам самоцветик на базу. Хорошо, сюда. Плюс материальчик копилку. Опять же, сейчас просто фармим. Калашик реально имбулечка такая выпала. Реально имбулечка. Боже, ну вот что мне сделать? Пожалуйста, может как секрет сделать? Не. Это не работает. Это только у него вот эта вот мана вонючая. 4x, хорошо, пойдет. Но все равно, это ж QBZ-шка или что? Да, это ж QBZ-шка. Это, о, материальчик! Вот это нам надо! Вот это нам очень надо, вот это очень хорошо. А, поехали. Ой, блин, ну такое себе. Пожалуйста. Самоцветик сюда, хорошо. У нас уже, мы отсюда вынесли, грубо говоря, уже считай 3 материальчика. Уже неплохо. По поводу рюкзачка, здесь, кстати, очень классный рюкзак. О, вот это вот популярность. Это очень хорошо, ну так чисто малышечки какой-то кинуть. Если у кого-то есть девочка, то берете и популярность кидываете. И чиназес, как говорится. Вот, поэтому да. Поехали дальше, по самоцветикам не очень. Но у нас уже остается 10 тысяч UC. Это прям, это прям не айс. Это прям не айс. Боже, пожалуйста, я тебя молю, выпади. Пожалуйста, 10 тысяч UC. Пожалуйста, побольше материальчика. Пожалуйста, давай. Пожалуйста, нет. Хаешечка, хорошо. Тоже как бы пойдет. Сейчас у нас падает самоцветик. Самоцветик, хорошо. У нас остается сейчас, сколько? 9,5. Хорошо, ну, на счет плюс, говорит, 4, 5... Ну, короче, до гаранта мы тут как бы все откручиваем. Это хорошо. Плюс молик. Копилочку забираем. Это не минус. Это очень хорошо, когда нам падает молик. Это очень хорошо, поэтому и идем дальше. Поехали. Давай, пожалуйста. Нет. Что-то вот тут оно что-то не хочет мне особо давать. Ну, пожалуйста, давай. Побольше материальчика. Хорошо. Оно мне дает популярность. Я не понимаю, зачем вы хоть добавили сюда популярность. Ну, зачем, ребят? Ну, зачем? Боже ты мой, да. Это, конечно. Извините меня, но это, конечно, не очень. Окей, поехали. Поехали дальше. Давай. Дроп ничего. Блин, ну почему? Выпади, пожалуйста. Давай, девочка. Девочка. Или этот рюкзак имбовенький. Боже, какой он классный. Давай. Вот ты, давай. Давай, терминатор жидкий. Выпади. Чиназес. Ну, спасибо за это хотя бы. Ну, радуюсь, что мы отсюда как бы нафармили. Хорошо, плюс самоцветик. Но отсюда сыпет больше. Отсюда плюс самоцветом и по материалам сыпет больше. Там больше костюмчики и вот это вся дичь, так скажем. Но самое главное, забрали для него первый... О, еще один самоцвет. Самое главное, что забрали для него первый ультимейт. Это очень хорошо. Первый золотой костюм. Это прекрасно. Я надеюсь, что у нас, что мы до сотки вот этих вот докрутим. Я очень сильно надеюсь. У нас в целом должно выйти в районе... Да, думаю, в районе до 20 материалов. Но не 20. Но будет 20, это будет прям вообще чина. Блин, ну что-то вообще не сыпет. Пожалуйста, какая хаешка? Зачем мне хаешка? 3000 UC. Давай, пожалуйста. Ну, один нам самоцветик еще 100% упадет. 100% упадет. Давай. 2,5. 2000 UC. Боже ты мой, ну почему? Ну давай. Давай, пожалуйста, давай. Дропай. Самоцветик.
Самоцвет? Даже самоцвет не выпал. Но вы прикиньте, вот это скам. Вот это я понимаю скам. Вот это я понимаю скам. И до самоцветика. И сюда на базу забираем. Хорошо. Хорошо. В целом, что мы имеем? 7, 8. А не, у нас будет даже 20 материалов, ребята. У нас будет в районе 20 штук материалов. Это хорошо. С этим мы что-то сможем сделать. Главное, чтобы нам сейчас хватило краски. Остальные юсишки. Те, которые есть, я оставлю ему на следующий РП, потому что, опять же, подписчик у нас не донатный. И ему, как бы, вот это вот все важно. А, поехали тогда, ну, ему вот это вот все не надо, он сказал. Ему вообще он на это срать хотел с колокольни. Поэтому мы вот это вот все берем и идем перерабатываем, естественно, куда? Правильно, в наши любимые, всеми любимые материальчики. А, что мы имеем по итогу по материалам? Ох, ё-моё, а ну погоди. Сейчас мы, у нас ровно 20 материалов, ребята, ровно 20. Так. Что мы можем сделать? Если мы зайдем в обменник, у нас тут будет маленький материал. Вот сюда. Одну штучку мы оттуда заберем. И у нас равно тут вообще чиназос. У нас тут вообще все классно. Так, в любом случае, что я думаю? В первую же очередь ему нужно будет взять и прокачать эмочку. И я считаю, это первым же делом мы это все делаем. Поехали сюда. Второй килл-чатик. И он сказал ему коллаж до килчата. Ему нужно прокачать коллаж до килчата и прокачать эмочку до килчата. Но, блин, эффект попадания, друзья, на эмочку. Вот в этот моментик. Вот я думаю, что будет лучше? Давайте лучше спросим напрямую у него. Так. Бро, может быть, давай с тобой прокачаем эмочку до окончательной формы? Или ты хочешь все-таки коллаж до килчата? Потому что мы можем с тобой эмку прокачать до эффекта и до окончательной формы, чтобы она была такой, ну вот прям вся вот эта вот лед, весь лед. Блин, честно, вот я уверен, то, что многие бы сейчас бы взяли и прокачали до окончательной формы БМочку. Но, блин, ладно, посчитаем. Тут у нас 2. Потом у нас уходит 5. Потом у нас уходит еще 4. 5. Это у нас уже... Ну, блин, мы сможем прокачать ему до килчатика. Вот чё моментик. Давай быстрее. Короче, как слышали, чё-то подписчик не хочет отвечать, но я цитирую, что он мне написал. Шлем ледни, красную машинку, остальное на всю новую рулетку. Желательно калаш и его до килчата. И ледник мне до килчата. И еще оставь мне 720 UC на новый РП. Поэтому до килчата мы ему прокачаем. Ну, честно, так хочется до окончательной ледничок прокачать. Просто персик, просто конфетка. Но, увы, делаем, что делаем. Поехали, прокачиваем ему тогда калашик до килчата. Килчатиком и оповещение. У мальчика не хватает, естественно, чего, правильно, красочки. Поэтому покупаем на все, что тут у нас есть. Это у нас 7 красочки. По идее, нам вроде бы должно сейчас хватить, да? Мастерская. Лаборатория. И покупаем ему. Ага, нам не хватает еще 2 красочки. Хорошо. Зайдем-ка мы в клан, он есть в каком-то клане. Зайдем мы в магазин, и тут у нас красочка, есть у нас какая-то красочка. О, да, чиназис, вот это нам. Там, я думаю, он не расстроится. Мастерская, лаборатория и прокачиваем калашик до чего? До килчата. В принципе, как подписчик меня и запросил, я ему это как бы все и сделал. По итогу, что мы имеем? Мы имеем с бомж-аккаунта уже более такой, знаете, более вот такой уже уверенный в себе аккаунтик. У нас уже есть мифический шлем. У нас уже есть хоть какие-то уже мифики. Ой-ой-ой, а у нас же есть еще вот эта вот движуха. Ой-ой, у него два. Ох, ё-моё, та ты шо маленький, та... Да ты шо, что за глобус, что за, рюкзак, парашная. Ну ничего, в целом, главное, что то, что это мифик, и как бы нифига себе. И да, калашик тоже у нас прокачиваем, тоже до килчата. И самое главное, что мы отсюда не забываем,
Это машинка. О, щит. Вот это уже реально маленький такой. А, у нас еще есть мифическая баги. У нас еще есть мифическая баги вдобавок. Поэтому в целом, прокачка у нас вышла удачливая. Самое главное то, что захотел подписчик, мы это ему выбили. То, что он захотел, мы ему прокачали. У него есть две пушки до килчата, у него есть мифическая баги, у него есть крутой спорткар. И мне кажется, не кайфово, мне кажется, это реально классно. Поэтому, родненький, спасибо тебе огромное, то, что ты досмотрел до этого момента. Напоминаю тебе о прокачке подписчика у себя в телеграм-канале. Вот здесь будет справа QR-кодик или что-то такое, что-то подсказочка, как принять в ней участие. Поэтому, родненький, переходи в телеграм, нажимай кнопочку участвовать и let's go. Всем огромнейшее спасибо. Ну, а я пошел, блядь, постригусь нахуй.